Не похер на этот патч. Так, как попасть в этот район, блядь? Тут все очень тяжко. Ну, сначала дойдем сюда. Тут связан квест. Я вчера его начинал, так и не осилил. Ну, то, что не осилил, я не нашел проход в эту территорию, где я был сейчас начал. Так, здесь у нас находится чувачок. Замодеть. Его зовут Эмир или Иширы? Граф Эмир, да. Вот его зовут Эмир, короче. Вот. Ну, он даст вам квест с руками, в руки базуки, все такое. И есть вот эти квесты, вот это новенькое, это все добавили. Так, здесь какой-то чувачок еще находится. Или потом он будет. Я только пока не знаю, где он находится. Он дает квесты, короче, вот сюда надо попасть. Я здесь еще раз не был. Это с пальцами связано. И побережье, вот, руин обитателей пальцев Рии. Сейчас я чихну, походу, или чихну. Но, давайте пока, как проще показать-то. Давайте пока сюда тэпнемся, все покажу, объясню. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Тэпаемся сюда, бежим в эту сторону. Пальцы базуки, короче. Страшно, для чего страшные? Так, здесь аккуратно, здесь будет, как это, джавелин, короче, что ли, как его правильно, втурщик, короче, вот. Маневр уклонения, у него все самонаводящееся. Вот, видите, там чувак заряжает красную сферу такую, да? Надо, короче, уклоняться. Его надо в первую очередь вынести, чтобы он не мешал. Мы его убили, он теперь нам не мешает. Теперь бьем вон ту херобору, короче, вот эту вот. Так, если хотите поддержать мой канал донатами, ссылка под описанием. Donation. Так. Ну, я здесь уже взаимодействовал вчера, потому что надо было. Я думал, я сделаю вчера, но получилось, что ни хера не вчера. Так. Как попасть вот сюда все-таки? Вот сюда. Внутренние земли. Нам что нам надо сделать? Мы тэпаемся, деревня Бонни. Вот, обязательно сюда тэпаемся. Обязательно, гайс. Потому что без этого, как его? Как она называется-то? Без жеста, ну то есть без анимации. Вы не пройдете и не откроете там одну дверь. Метка 5 нету, да? Я ее убрал, значит. Вот здесь сама она убралась. Так, а что тут не залезть, да? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Как обычно. Вот собачки бегают, кушают. Непонятно что. Какие-то объедки не достали. Ни с кем не надо файтиться. Это не обязательно. Вот где у нас тут? Где тут у нас? Вот дерево, видите, такое гнилое лежит. Лежит, стоит. Вот здесь находится статуя. О матери называется. Жесть о матери. Все, подбираем его. Теперь. Тэпаемся. Вам надо путь показать, потому что вы не поймете ни хрена. Надо же делать все качественно, да? Правильно? Вот, я тэпаюсь обратно к этому чуваку.
чтобы показать вам дальнейший путь. Кстати, я здесь благодать пропустил, я сейчас ее возьму. Она здесь недалеко. Чтобы ни к нему не тэпаться каждый раз, я сейчас его заберу быстренько. Не знаю, я за 40 минут хотя бы управлюсь, потому что я этот гайд еще не до конца пройден. Я еще не, там не вникал еще всю суть. Вон она благодать. Мне хотя бы вот до той до метки 1 дойти. Все, я касаюсь этой штуковины. Тупой волк, как всегда, все портит. Вон, видите проход? Туннель такой был. Я его вообще не знал, как он, ну, вообще не видел. Я все поднимался вверх, я думал, там проход какой-то есть. Потому что на карте написано, что здесь какой-то проход есть. Вот тропинка. Вот она тропинка, и она показывает, что там какой-то проход есть. Ну, карта сделана по-армянски. Сделано все не как обычно, все через одно местечко. Заходим в это местечко. В этот туннель. А, не забудьте, когда я тэпнулся, поговорите с чуваком. Он вам даст еще там пару ништяков. Я-то уже поговорил, он мне там дал новые заклинания. Так, лошадку мы теряем. Вот, здесь у нас благодать. Ну, огонь войны, или как он это правильно называется. Здесь будет вода. Аккуратно. Плавать мы не умеем. Потому что это герой из... Томми в Версете. Ну, у меня, скорее всего, там будет жена. Я за женского мира персонажа играю. Так что аккуратненько. Всех мы опять скипаем. И не обращаем никакого внимания. Они нам нахер не нужны. Все это мы прыгаем, перепрыгиваем. Здесь будет типок, он нам будет мешать. Его надо нейтрализовать. Мы его убили. Все, уходим отсюда. Перепрыгиваем. Будет вода. Я здесь упал. Потерял 3 миллиона монеток. С третьего раза сюда подпрыгнул. Вот в эту центральную, нейтральную херню падаем. Все, упали. Можно прямо вот так. Она не умрет. Это все... Это корявый паркур экшен. На раке будет пойти все лучше. Да даже в старом бойде. Крысу мы убиваем, идем сюда. Тут очень высоко, не надо ни геройствовать, падать. Вампиров, демонов этих убиваем, они нам мешают. Вон лестницу, видите? Сейчас я... Здесь падаем, не падаем только здесь. Вон лестницу, видите, да? Поднимаетесь, там будет такой рычажочек. Воду высасываем. Обязательно высасываем воду. Так. Даже я потом бегал. Бежал. Просто вам надо дальнейший путь показать. Еще самому вспомнить надо. Если хотите, по возможности сможете спрыгнуть вниз. Там будет босс. Три дерева будут там, короче. Значит, три в одном вас там ждет. Смачный босс. Наверное, сюда я шел дальше. Я что-то не помню. Тут крыса должна быть еще. А, ну да, я сюда ушел. А, не, ни хрена не сюда. Или сюда. Гайс, я не помню. Она красивая. Да я знаю. Не помогали создавать. Что там так лифт медленно едет?
Лифт медленно уедет. Он уже близко. Хотя бы сделаю две части тогда. Хотя бы основной, основняк сейчас покажу, а потом там дополнительная уже будет такая, так. Потому что ну кто будет час смотреть? Хотя бы 30-40 минут сделать, потому что здесь все очень загадочно сделано. Можно попрыгать по... Колесо, колесо, радость приносит нам, да? А ну вот оно, место хранилища образцов, сзади, это, сзади, короче. Файнали щит. Я показал, все это мы это с вами лутаем, забираем, поднимаемся по лесенке. Никого мы тут не агрим, не надо нам тут никого агрить. Мы проходим, это, как это называется, инкогнито, во, я вспомнил. Соблюдаем как он называется? Нейтралитет, ёпта. Не получилось соблюдать. Ну, это как обычно. Так, этих никого не агрим, нам нафиг не нужны, они нам нафиг не остались. Индопришельцы. Назад мы я не пойду. Там опять этот тип в красном. Так. А нам не сюда. Нет, пока нам не сюда, гайс. Нам надо подняться на лифт. А, иди сюда. Fuck you, shit. Только что здесь пробегал, уже не помню. А, ну все, во, да, это вот тайм. Здесь лифт, ну его, а, вот он. Лифт. Все, поднимаемся на него. Запоминайте, чтобы выйти туда, куда нам надо. Лево, право. Крысу убиваем. Крысу убиваем. Она улетела вниз. Идем направо. Опять направо. Демона вот этого не трогаем. Нам нужен вот этот демон. Убиваем его. Делаем прыжок веры. Все. Главное, не промахнитесь. Один неловкий момент, и боитесь все заново проходить. Так. Я здесь, кстати, упал. Ой, бля. Я, сука, накаркал, бляха, муха. Fuck you, shit, этот демон меня сбил все на. Ладно. Сглазил. Нам сюда не надо, это последняя точка доступа. Так. Чердак, да, был у нас? Заново, дубль 2. Давай. Все, умер. Та-т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 а
Мерси Мередаган. Так. Почему нельзя кошку использовать в этой помойке нам?
Так, ну, я думаю, если не умру, да, просто спрыгну. Все, найс. Опять ракеты полетели. Здесь мы поворачиваем на лифт, направо. Спускаемся. Здесь два, кстати, здесь как весы. Это опускается, а это поднимается. Как стандартная ситуация. Так, деревянные дощечки, блин, сэкономили, походу, на... Вон, видите, у меня уже лифт. Опять вы мне звоните. Давайте, давайте поиграем. Алло, алло. Здравствуйте, мне вчера звонили. Нет, спасибо, не надо, не надо. Спасибо, до свидания. Эта дверь не открывается, я не знаю почему. Еще в лифт этот. Он у вас будет уже стоять здесь. Все, пускай. Этот уже чувак звонит мне, наверное, 5 или 6 раз и говорит, что охранная система, не хотите ли вы вам купить там камеры, пулеметы там. Вот там. Ну, эти камеры, которые. Охранная система, которая с турелью стоит. И все это по низкой цене, да. Вот, здесь благодать. Там впереди босс, командующий Роид какой-то там называется. Здесь будет закрытая стена. Вот, читаем сообщение. Здесь у вас будет закрытая стена. Нажимаете «О матери» жесты, которые я вам показывал. Вот, вы так делаете. Сезам, откройся. Сим-сим, да, все. Все, и мы вышли с этого тупого замка, лабиринта тупорылого. Спрыгиваем, вот она благодать. Мутаем ее, вниз на древо упадка. Вызываем нашего коня и на метку один. Бежим, я-то потом здесь помутаюсь. 17 минут, 18, в принципе я успеваю. Красиво. Сама бечес. О, мужик идет. Твой любимый, кстати, страж древа. Я с ним тут раз полтора часа потратил. И все-таки я его убил. А нет, это не он. Это того молотного. И он этим стрелял. Как его? Молниями. Шаровыми молниями. Да, нам надо попасть на один. Метку один. Да, нам туда. Вон еще один такой же дармоед идет. Jesus Christ, shit. Нет такой лошади, как у него, блин. И, короче, выпустили сегодня патч на 2 гигабайта, ой, на 2 гигабайта, на 2 мегабайта. Я все вычитал. Упрощает сложность игры, ну понятно, блин. Все-таки нытики добились его. А вот тут начинается трэш, я не знаю, что там дальше делать. Так что... Так... Как называется? Руины обитателей пальцев. Вот, дальше читаем гайд. Что нам пишет данный чувачок? Так.
Руины обитателей пальцев Дева и возвышенная Арабата какая-то. Следующий шаг — это отправиться на северо-восток, который на самом деле является секретной зоной. Вы можете узнать больше об этой местности. А, это я уже читал. Это я уже прошел. Кроме того, вы посетили дерево шаманов в виде дерева упадка внутренней земли, заметили странную вещь на вершине, что-то такое непонятно, о чем идет. А, в любом случае, если вы получили доступ к северо-восточной части карты, пришел на так. Опять же, используйте ожерелье, соответственно, даже с маны, вызовы семенами, восстанавливается с приемом фляги, дополнительно... А, это я уже не использовал вообще. Так. Несколько разногласий. Во-первых, это они, наверное, заметили женщину. Во-первых, вы, наверное, заметили женщину в чисто черных доспехах, которая просто отдыхает в соборе Манус Метер. Это ночная мечница Иоанна, личный телохранитель Эмира. Мы разговаривали с ней несколько раз тогда, даже когда она была одета в комплект ночных доспехов, используя различные эмоции. К сожалению, мы не можем найти способ привлечь ее внимание на нашу сторону. Дополнительная деревня шаманов. А его здесь уже не будет. Тут какой-то босс, матерь пальцев Метир. Спуститесь по лестнице, и вы окажетесь так. Если вы получили награду за руины обитателей пальцев Дева, то пришло время вернуться в собор. Так. Что мне тут делать-то, нах? Давай дойдем до туда, выступы какие-то. Значит, нам придется прыгать. Где у него стрелочка стоит? До самого центра идти, да? Угу. Ну так, кто до центра дает. Тихо, не спят, не мешай. Руки-базуки идут. Тут целая тьма их. Опять инопланетская это, как его, земля. Тут еще и какая-то метель непонятная. Этот стиль, этот джавелин, ёпт. Блядь. Капкан этот. Наступи бы быть бабло. Ну, мои тени лежат. Джевелина нахуй.
Агата вернулась. Это что за ксеноморф? А нет, это другой стрелял. Сакщи. 25-й год на дворе скоро. Вон кольцо, вижу это колечко, колечко, колечко. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, колокольчик точнее. Вот так вот, чик, чики-мой. Так. Как и с предыдущим, которым я первый раз показывал. Просто взаимодействую с ним. Активирую колокол. Все, теперь мы должны тэпнуться. Здесь сюда не придется возвращаться пока что временно. Че говорит чувак? Так. Какая-то кукла. Я ни хрена не понимаю. Так. Ну да, просто тэпнуться надо. А вот еще, смотри, там еще какой-то квест. А, он просто открывает нам этот трон. Окей, very well. А, вот она, эта тянка. А я ее искал. Ah, Count Emin, for that I am your... The night is your... Emin, our eyes, our meeting, we know that, but we can. We will never again lose our way in the night. Здравствуйте. I heard another's absence. The stars are dangerous to show on the contrary. Now,
me. Oh, you see? Ah, well, I pull girl her tongue, don't think. Do you matter? Well, it is their mother fingers. We all are new. May you join. Так, что дальше? Правильно делаю, значит. Так, спускаемся. Там будет босс. Точно какой-то, знаешь, чужой какой-то, да. Какая-то непонятная цивилизация, да. Все, дальше просто файтимся и просто квест завершу. Я молодец, я красавчик, что я всем помог. Так. О, брателло, это ты? Мать, я пальцев не хил. Я уложился за 34 минуты. Я молодец. Еще лучше. Но... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, второй палец попадается. Ладно, хрен его. Ладно, все, я ушел.